Качество этой детали дамского гардероба на совести женщин. За весь технологический процесс в этой компании отвечают именно они. Контролер УТК Светлана Елистратова следит за каждой нитью. Если техника даст сбой, то большая часть продукции будет непригодна к использованию. Мы немножко уже прославились своими колготками, именно качеством, потому что они носки одеваешь, вот именно что плоскими швами. То, что женщина, когда носит платье, ей удобно, что швы не задираются. Казахстанский товар отличает исключительная прочность. Сырье пока используется европейское. По созданному эскизу задается программа, а дальше дело техники. Но последнее слово за специалистами. Вязальный цех – самое сердце производства. Здесь обычная пряжа превращается в полуготовое изделие. Вот из таких капроновых труб чуть позже сделают самые обычные колготки. Современное итальянское и германское оборудование позволяет выпускать различные виды колготок. Также на изделия можно нанести крупные или мелкие рисунки. Наряду с колготками предприятие выпускает капроновые чулки, гольфы, носки 5 цветов и разной плотности – от 12 до 100 ден. В рынок, во-первых, заходить очень сложно, потому что мы только начали, мы только работаем в Казахстане и вообще по Средней Азии. Это, значит, единственное такое предприятие, которое выпускает именно, значит, полиамидные колготки. Ну, если так разобраться, ну, вот наши уже, скажем, девушки, женщины, как бы рады, что мы выпускаем. И по качеству, значит, ничем не уступаем по европейским производителям. Новые технологии позволяют производить качественную и востребованную продукцию. Колготки с торговой маркой сделаны в Шымкенте могут конкурировать с импортными аналогами. При этом цена отечественного бренда значительно ниже. Ежемесячно предприятие может выпускать до 45 тысяч изделий. В перспективе планируется расширение рынка сбыта.